всем добрый вечер. А мы только выехали из гаража сегодня, доделали все по мотору и сделали первый запуск. Мотор работает ровно, все четко. Завтра вкидываем обкаточную программу. И если все хорошо, по планам обкатка. Как-то так. Еще есть моментики, что надо поделать. Завтра поедем доделывать. Дай бог, все будет хорошо. Спасибо большое Никитосу. Ребят, принял решение продавать свое сцепление. Спек 3 диска керамика. Хочу за него 1060. Новое оно стоит что-то 120-150. Надо посмотреть за эти. Просто нужно подкинуть промежуточные пластины, новые диски. Это все заказывается. Там 30 или 40 тысяч рублей стоит. Там и комплект сцепления у вас будет как новое. Поэтому пишите. Я буду переходить на Эдель. Потому что не успеют диски прийти до этапа. А нам надо очень срочно.